Актуальные вопросы благоустройства представители мэрии обсудили с жителями. В администрации прошли публичные слушания. Одно из самых главных изменений – это закрепление статуса парковки. Теперь они, если не часть дороги, становятся элементами благоустройства. Жители часто обращаются в мэрию с просьбой организовать парковку на муниципальной земле. Однако законодательство не позволяет этого сделать. Ряд документов оформить нужно, в том числе потребуется привлечение кадастрового инженера для определения точек, координаты точек участка, однако это не аналог процедуры предоставления участка, то есть это гораздо проще, чем получить его в аренду или в собственность. Они получают безвозмездно. После утверждения изменений любое юридическое или физическое лицо сможет оформить стоянку для своего авто рядом с домом. Для этого нужно получить разрешение от мэрии и выправить ордер на производство земляных работ. Для получения разрешения, срок которого не ограничен, заявитель обязан это место благоустроить, например, заасфальтировать. У жителей города, конечно, возникли вопросы и сомнения. Любой житель, получается, многоэтажного дома может взять какой-то кусочек, вот у бабушки перед окном появляется машина. Ну, пускай эта бабушка хотя бы с ней сходит и договорится, возьмет от нее две подписи, что да, жители вот не против. Давайте сделаем какое-то неопределенное количество этих голосов. Ну, как-то надо согласовываться с жителями, с окружающим населением этот вопрос. Хочу внести предложение, если вы уж выделяете муниципальную землю под парковку, все-таки какая-то символическая сумма должна быть, например, 2000 рублей в год. Если 1000 парковочных мест, это уже 2 миллиона. То есть я полагаю, эти деньги можно потратить на благоустройство. Именно для обсуждения этих сомнений проводят общественные слушания. Все замечания, которые высказали жители города, администрация приняла во внимание и включит в проект изменений правил благоустройства. А для того, чтобы новые меры вступили в силу, их должны рассмотреть депутаты городского парламента. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.